И в завершении выпуска о крайне редком природном явлении для нашего региона, особенно летом. Житель Березняков Александр Кузнецов случайно заснял накануне ночное полярное сияние в поселке Кедрово, что в 38 километрах от Березняков. Как кто-то ночью выспался перед началом рабочей недели, написал у себя на страничке ВКонтакте Александр Кузнецов, а кто-то ловил метеорный поток Персеиды. Вот только звездный дождь большой активности пока не проявил. Метеорный поток еще проявит себя до 13 августа. Зато магнитные бури ударили так, что до наших широт добралось полярное сияние, написал автор, оставив на своей страничке невероятно красивое видео. Яркие сияющие переливы на небе – явление для нашего региона крайне редкое. Но березняковскому фотографу удалось развеять миф, что полярное сияние бывает только зимой в лютые морозы. Во всем, кстати, виновато бурное солнце. Активность небесного светила в ночь на 7 августа была настолько сильным, что в один из самых жарких дней августа небо озарилось разноцветными огнями.